В честь юбилея ЮРГУ ТВ на 10 этаже главного корпуса прошла экскурсия для будущих абитуриентов. Ребят провели по значимым местам телерадиокомпании и рассказали о профессии журналиста. Школьники познакомились с редакцией радио, узнали, где создаются сюжеты и как записываются подводки в студии. Некоторым посчастливилось побыть в роли ведущего новостей. Нам рассказали, как пишет новости, как снимает видео. Сама я поучаствовала в процессе. Это все очень интересно. Я бы хотела работать на радио или в телевидении. С удовольствием бы вела свою колонку в каком-нибудь журнале. Мне это интересно. Школьники с удовольствием слушали студентов, которые поделились со сложностями журналистской деятельности в условиях конвергенции. Редактор новостей Ольга Кошелева рассказала о необходимости экскурсии. Такие мероприятия нужны в первую очередь для того, чтобы привлекать абитуриентов к нам на факультет журналистики, чтобы они поняли специфику работы ведущего, специфику работы радиоведущего или просто журналиста в целом, чтобы они поняли, что их ждет в будущем, и, может быть, чтобы они к нам потом пришли. Такие экскурсии проходят на ЮРГУ ТВ уже не впервые. У будущих абитуриентов есть возможность гораздо больше узнать о журналистской деятельности и попробовать себя в роли корреспондента.